Ну что ж, всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в Героев 2. Проходим кампанию Арчибальда. Оригинальная кампания. Сейчас, я точно тут сохранился. Мне просто интересно. Знаете, нет. Это не то сохранение. Вот это... Нет, это я он начал только изучать последнюю миссию. Может, вот эту? И не это. Это вообще компания Роланда. Ладно, давайте я вернусь, пока найду сохранение. Вот, я нашел сохранение. Я... На самом деле мы тут начинаем. Я тут уже занял лесопилку. Я просто выбивал себе удачу просто где-то тут. И тут встретятся драконы. То есть, если вы не хотите морочиться над последней миссией, то я советую вам крутить, пока вам не выпадут драконы. Вот, все. Теперь вернемся к... Так, на самом деле самоцветную шахту я зря захватил, так как она мне не очень надо. Вот туда пойти, то там тоже будет замок, но варварский. Но я не буду ориентироваться на варварский замок. Я буду ориентироваться на этот, на замок чернокнижника, который где-то тут находится. То есть похожая миссия была в компании Роланда. Так, я думал тут Сера выпадет, но не судьба. Ну давайте, чтобы больше руды, чтобы проблем не было с рудой. Сейчас. Ну давайте попробуем их пробить, хотя тут лучше были было. А, не убегают. Ну замечательно. Хотя опыт не очень надо, он все равно не перейдет в следующий сценарий. Лук понадобится, это уже понужнее вещь, я вам скажу. Берем костер. Логистика тут нужна, тут надо на время это все сделать. Группа горгулей хотят присоединиться. Ну шо, желаем удачи, так сказать. Так, подбираем серу. Этот замок я не буду брать. Он мне не очень нужен. Беру опыт, беру деньги. Заклинаниями мы тоже не будем пользоваться, поэтому я мудрость не очень предпочитаю. Подбираем только дерево, руду, серу и золото. Чтобы подстроить себе драконов. Так. Нет, тут кристалл, к сожалению. Так, здесь. Берем деньги. И да, вы видите, выглядывают тут красные драконы. Продвинемся. Вот, собственно, много красных драконов. Наверное, много. Вот, 50 горгуль мы присоединили к себе. Затем, ну, опыт не очень надо. Кстати, самоцветы... Вот, самоцветы, кстати, пригодились где-то. Палку тоже я беру. Затем мы бежим к сундучку, берем деньги. Вот я тут буду только деньги брать. Потому что все другое смысла брать нету. Присоединяем наших эльфов и... Ну,
Ну, может, пускай немного побудут, хотя... Фаст. Не, не только мне замедляют скорость, я его выкину пока что. Эльфов, беру шахту, берем серу. Ну, костер с серой. Еще больше серы, больше денег. Видим магов. Они к нам присоединяются. Затем берем деньги. Вот артефакт у нас есть. Но костер мы по-любому брать должны, так как там есть деньги. О, титаны, кстати, они там, ну, я не знаю, кого. 10 архимагов не очень такая, я, наверное, будет сила. 170 будут наносить, но я даже не знаю. Там 450 и 170. Нет, я выкину архимагов, пожалуй. Гаргулит будут больше сносить, поэтому извиняйте, архимаги, вы уходите с моей армии и присоединяем мы титанов. Кстати, а титаны, наверное, даже меньше будут сносить. Конечно, жаль. Затем нападаем на город. Но зато титаны прочнее. Хоть где-то мы тут будем находить плюсы. Так, что у нас? Нету заклинаний. Давайте что-то... О, они полетели бить титанов. Отлично. Так, 120. Нет, они мало вынесут. Так, они полетели бить моего лича. Гаргулин выносят грифонов. Минотавры бьют титанов. И еще добиваем наших минотавров. Ну, вражеских минотавров джинами. Берем вот эту штукенцу. Также, чтобы больше ходить. Отстраиваем это все до замка. Можно взять побольше гаргуль. Но я не знаю. Там встретятся еще другие драконы, поэтому давайте оставим гаргуль в замке. У нас наверху есть шахта. Затем давайте спустимся вниз. Что? Ну что, строим болото. Тут такая вот штукенция вышла, я не знаю, игра что-то замедлилась. Надо комп менять. Так, ну паладины нет. Хотя тут куча древесины, которая, кстати, будет полезная, чтобы хотя бы там на серы обменять или еще что-то. Конечно, жаль, что не деньги. Мне нужны только сундуки. Строим зеленую башню. Да, она, конечно, мне выкачивает вообще неимоверно ресурсов. Просто. Так, но нам надо... О, серная шахта. Но нам вначале надо серу. Сера это будет классно. Кстати, если пройти эту миссию, то все, это будет... Но если пройти с кучей драконами, то эта миссия вообще будет на изи. Присоединяем зеленых драконов. Ищем еще какие-то ресурсы. Вот, хотя бы немного, но деньги есть. Держаться не нужно.
за деньгами. Берем черную башню. Минус. Но мы еще туда проберемся. Здесь берем. Что там, паладин? Подумаешь, одного один паладин. У нас вон какая армия. 6-6, там 3 титана, 20 личей. Правда, мораль не очень классная, из-за того, что у меня войска из разных фракций и еще вдобавок нежить. Поэтому есть такие штуки неприятные. Строим верфь. Верфь тоже нам очень понадобится. Вот, кстати, если пойти сейчас по вот этой дороге, то мы сразу же наткнемся на вот этот замок варваров. Но времени у меня развивать его попросту нету, поэтому вот такая вот штука. Я только захвачу мельницу, там ртуть возьму, вот все дела. Построим рынок, рынок обязательно, чтоб я побыстрее мог драконов скупить и... Собственно, вот. Еще две серы. Неплохая удача, если честно. Так, сейчас давайте подбирать ресурсы все, чтобы мы могли их на рынке обменять. Ну и... Вот. Покупаем драконов. Да, конечно, выкачивают у нас бюджет эти драконы. Так, по пути. Делаем вот так. И обязательно дрова. Надо еще вдобавок сделать вот это. Чтоб потом уже можно, не думая, тратить дрова. Все. Давай. Давай, давай. Я буду улучшать сейчас красных драконов. У нас серы мало. Вот, сливаем дрова, сливаем серу, сливаем ртуть. Сливаем самоцветы. А, надо еще 12. Надо парочку сер взять. Ну. Ну что же это такое? Может тогда туда пробраться? Осталось 30 дней всего лишь. Фигово, конечно же. Ладно, ограбляем тогда вот здесь также все. Я, кстати, у нас тут, кстати, у нас уже, если апгрейдить, то у нас 16 драконов выйдет. Все, у нас аж 2 серы осталось. И у нас уже в скором времени будет 20 черных драконов. Так, ну... Я не буду брать 20 гаргуль, так как важнее драконы все-таки. Все-таки драконы важнее будут. Так, у нас осталось 30 дней. Ну, собственно, может еще одну неделю подождать. Ну, да. Давайте сохранимся лучше. Как-то-нибудь. Например, точками.
я сказал точками. Все, ладно, давайте знаками равно посохраняемся, все. Десять, двадцать минотавров, но знаете, нет. То есть тут зависит от удачи. Лучше там поподбирать этих драк. Ну, повыбивать себе этих драконов и все. Все. Давайте. Все, покупаем. 42 гаргули, даже хватило денег купить. Садимся сюда и уже нападаем. Вот фью. С виду маленькая охрана, но, наверное, там будет большая. Все, идем в атаку. Ну, дракон... О, вот, мы правильно, кстати, сделали. Так, минус. Давайте... Да, не очень большой дамаг мы нанесли. Так, давайте минус кентавры. 60. Ну да, не очень много вынесли. Так, один черный дракон погибает. Так, 92. Собственно, вот. Ну, давайте попробуем. Блин, надо отвезти кого-то. Да, отходим. Так, жаль. Личи... Ладно, три лича... Там немного потеряли. Ну, и неважно, что мы там берем. Мы уже захватили этот замок. И, собственно, вот. Middle Gate захвачен, вы победили. Ладно, мы позже посмотрим. Ну вот, последняя миссия Апокалипсис. Но я еще хочу 9-ю миссию пройти. Она тоже на изи. Но я буду играть через вот эту. Вот. Ну что ж, всем пока.